За окном жара, пот стекает ручьями, значит, настало время для простой домашней окрошки на квасе. И остудит немного, и сил прибавит. Первым делом начищаем картофель и варим его до готовности. А пока он варится, нарезаем огурец, высыпаем его в кастрюлю. Нарезаем вареную колбасу и добавляем к огурцу. Затем шинкуем редиску. Также добавляем ее к основным ингредиентам. Принимаемся за салат, куриные яйца и лук. И добавляем все в кастрюлю. Салат, яйца, лук. Солим по вкусу и перемешиваем. Выкладываем пару ложек в тарелку, наливаем холодный квас, добавляем майонез и горячий вареный картофель. Готово! Хотите увидеть еще больше рецептов окрошки? Тогда пишите об этом в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы их не пропустить.